Здравствуйте, друзья. Очередное кино. Скоро будет 5500 фильмов, во что невозможно поверить. Беда в том, что с каждым годом популярность падает и садоводство, и мое садоводство в частности. Вот. По-прежнему стоит только рот открыть, и тут выясняется, что надо уничтожать муравьев. Вот. Прижать дерево. Чтобы веник провел, чтобы этот самый валенок пролетал. Это все вбито в голову, не можем отучить, и не могу, и не отучу только потому, что я один. Вот. И все валят на грибы, безобиднейшее. И вот я продолжаю эту тему. Вот. Итак, плодородие почвы. Сейчас идет, слышите, ручеек шумит, это с крыши. Дождь капает. Вот, и я вынужден спрятаться в беседку на этот период, а дальше буду косить. Речь о плодородии и покосы – это, так сказать, слова-синонимы. Почему? Если, как положено, скосил, вывез, ну, кормить скотину, например, вот, рано или поздно земля истощается, это знают все. Потом комплексное удобрение, как минеральное удобрение, вот, пытается восстанавливать, сами понимаете, что мы потом едим. Вот. А хотелось бы, чтобы все было натурально. И вот мои наблюдения именно из... Был момент, я зря потерял много лет, потерял много денег, очень много. Тогда зарплата была всего лишь инженера на заводе, который я всю угрохал в остров, который потом пришлось бросить. Выжили оттуда. Выжигали. Выжигали. И вот тогда у меня остались наблюдения, а я с ними делюсь до сих пор. Вот очередное из них. Уже, казалось бы, ну сотни уже. И нет, все равно что-нибудь вспомню. И сейчас я кашу. Я кашу и траву оставляю на месте. Это ж удобно, она же не просто раньше литовкой косили мы. Настоящая литовка. Просто косишь, и она ложится слоями, и медленно-медленно перерабатывается почвенную составляющую. А сейчас, когда вот эти вот бензокосы или электрокосы, без разницы, вот, она превращается в мелкую труху и быстрее усваивается. Итак, остров. Трактор Т-40. И, значит, первый раз... А много лет удалось все-таки получить пару урожаев, прежде чем ребятушки сожгли мой сад. Вот, прям, в прямом смысле сожгли. А на тот момент получилось так, что пропахивание делалось вовремя. Я несколько лет, вот получается лет 10 я лично сидел за трактором, ну, с напарником по очереди. И мы пропахивали междурядьем. Посадки у нас были 6 на 4,5. Почему я так решил, сам не знаю. Ну, несколько книг я прочитал заранее, потому что меня не давали землю, говорили, не получите, пока экзамен не сдадите. Вы городской житель, нахрен вы нужны тут в этом, в Шушинском сельской местности. Ну, то есть, ставили препоны, хотя Ельцин давал землю всем. Вот. Ну, сами понимаете. Так всегда бывает. Есть течение, а есть антитечение. И вот я все-таки экзамен сдал заместителю, ну, назовем его мэром, хотя это не так, заместителю главы Шушинского района по аграрию. Получил землю в самом неудобном месте на острове. Если, вот, вот тебе, получаем, мы там все равно забросили все. И хозяйничать. И вот тогда, значит, дальше был куплен по остаточной стоимости у завода трактор Т-40. Дальше был куплен, значит, плуг. Ну, плуг это ладно. Значит, был куплен ко всему навесному оборудованию. Значит, был куплен лущильник. Знаете, что такое лущильник, да? Ну, диски под углом. Вот, и первое, значит, спашку я делаю, пропахиваю вот эти междурядья, между рядами 6 метров, ширина получается 2 метра, и это как раз ширина двух
двух лучильников, которые в паре работают. И что у меня получалось, значит, весной вспахал, проходит пару месяцев, трава получается в пропаханной зоне, где пропахано, где стронуто, где черный пар получается. Видимо, большое количество просыпается именно семян, трав. И вот я смотрю с удивлением, что там, где залуженная, там, значит, допустим, трава по колено. А там, где пропахивали, уже через 2-3 месяца, уже даже бывало засуха, все равно трава выше. Тут уже заканчивается время вспашки, начинается время, значит, лучильника. То есть теперь надо поддерживать эту почву, так сказать, в черном паре. И уже очень легко проходишь по этой свежей, рослой, мощной, но свежей траве, лучильником всего один раз, и снова черная земля. А куда делось это огромное количество зеленой массы? Перемололось. Так, с этим покончили. Три примерно за лето. И к осени мы имеем противопожарную защиту между каждым рядом. То есть уже исключен пожар. Это потом, когда я сдавал в аренду сад, проспали сволочи мои эти, как их назовем, мои арендаторы. А я-то не просыпал, я просто работал и наблюдал. Получалось, следующие 2 метра это справа, 2 метра слева это значит, уже просто кошение. Косил обыкновенной литовкой. Не было тогда эти бензокосы. Вот, все-таки прошло, слава богу, 30 лет. И тогда, значит, получалось в сумме, что деревья прекрасно росли. Видимо, вот то, что я перерабатывал я почву этим трактором, вот, это давало дополнительное плодородие. Теперь переходим вот сюда. Когда я вернулся обратно, прикупил землю и стало у меня 0,5 гектара. Ну, немало косить, очень даже приходится работать, будь здоров как. Вот, я что заметил, вот этому саду 40 лет, вот где мы сейчас с вами, это молодой сад. Вот, ну-ка, что-то тут, ага, это молодой сад, так, я его прикупил 10 лет назад, а некоторые деревья посадил еще, когда он был не мой, соседу кое-что продал, кое-что подарил, то есть деревья довольно мощные, видите, вот, но... На том участке, там 40 лет саду, 40, это через дорогу, Шушинский район, поселок Красный Хутор, и 2 участка, геологов 1, геологов 2. И вот там, где геологов 1, там участок побольше и постарше. И вот там у меня много лет дает деревья урожай, а плодородие не кончается. По идее, оно должно было бы... Учитывая, что я очень много получал урожая эти годы, она, почва должна была обесцениться. Она не обесценивается. И вот я объясняю, почему, задним умом. Значит, удобрять не удобряю. Первые годы редко, как-то один разок, первые годы купил машину с перегноем, там по ведру досталось под каждое дерево, и все. И еще бывает зола с печки, вот, тоже по жменьке под дерево, и все. Ну и последние 20-30 лет вообще ничего не делаю, не поливаю, не удобряю, и не удобряю, и ничего, только кашу. И вот эта трава скошенная, она, получается, если ее бы не трогать, она вырастает по колено, может, чуть выше. Вот, опасность представляет с точки зрения пожара, косить надо. Но это можно было бы один раз косить осенью, и все. А нет, я кошу в сухие года 3 раза, а в мокрые года 4 раза. Вот сейчас я буду косить, сейчас начинается сентябрь, последние числа августа, я начну сейчас косить опять. И вот когда я косил в июне, я косил в июле, в августе косил,
Получается, когда погода хорошая, то да, наверное, в засуху почему-то трава прет, отчаянно прет. Вот. И остается на месте, так, но дается шанс другой траве вылезти. Хочется практически заподлесок землей. Вот. И получается, что по неволе объем массы на участках, где косится, по сравнению с участками, где не косится, в несколько раз больше. Ну, давай вспоминать, что такое. Самое главное – освоить азот. Азот – это важнейшее удобрение, но азот, которого в атмосфере, по-моему, 79, что ли, процентов, 78. Ну, то есть мы дышим азотом, это есть атмосфера, там чуть-чуть кислорода, вот. А в основном азот. И вот именно его, он не усваивается. Вот. Чудо природы – это то, что его усваивает. И вот это зеленое листья, которое вы видите на экране. Так. И вы видите, что работает листья работают как… Ну, производят фотосинтез производит глюкозу и так далее, вот, это солнечные батареи. Но дело вот в чем, как бы сделать бы так, чтобы этот азот попал в дерево, чтобы дал нам плоды, он должен вначале попасть в почву, и вот, как правило, почва это с самого изначально было в начале трава, это когда-то потом появились деревья, и вот эта трава научилась осваивать этот самый атмосферный азот, нейтральный, вот, который вдруг осваивается именно через листья. Представляете? Ну, листья травы и листья деревьев. Но листья травы, это же непостоянное. Вот она растет, трава, ну и что? И какое-то количество производит. А дерево производит фрукты, фрукты уносятся, увозятся, продаются. Почва обесценивается. А почему моя не обесценится? Представляете, после таких длинного речи я специально вас подводил. Да потому что трава там, где косится, ее масса в несколько раз больше. Куда лишнее девается? Опять в почву. Но уже в ней, уже в этой траве, в этих листьях травы, уже азот усвояемый. Как у этих кроликов. Помните шутливый этот монолог, диалог? Кролики – это… Не только мех. Вот, так и тут. Итак, покосы и оставление травы на месте не только восполняют плодородие почвы, надо будет это записать как постулат очередной 200 или 300 какой-то Железова. Итак, покосы не только восполняют запасы плодородия почвы, но еще и добавляет, и получается и опять урожай, и опять урожай, и опять урожай, и опять урожай. Вот, и так до бесконечности. Обхожусь, имея прекрасные результаты, вы их видели, знаете, ведь, что интересно, чем отличается железо от большинства тех, кто нам показывает миллионам по телевидению, да еще больше, десятка миллионов с помощью всевозможных этих блогов и блогеров. Вот. Там так, показал, как надо прививать, а показать результаты прививки никогда. Такое впечатление, первый раз в жизни взял прививочный нож, почитал и решил, что вот он теперь блогер. И это касается, также искалечил дерево. Вот, смотрите, не выдержал я. Когда я купил, а эти саженцы, вот, в 2015 году я купил этот участок, а у хозяина уже росли мои абрикосы. Теперь это последний. Тут рос шикарный абрикос. Сколько я вам показывал, и фотографии фильма. Вот тут рос шикарный абрикос. Где он? Мертвый. А этот почему жив? Он его искалечил, но чуть-чуть меньше искалечил. Как ему мешали эти ветки? Как они ему мешали? Вот. Персик он убил первым мой. Получил один урожай. Давай ветки резать. Научили его. Чуть матерное слово не вырвалось. Вот. И это дерево доживает свой век. Полюбуйтесь. Видели, сколько сухих веток? Вот так вот и во всей стране. И
если вы живете в местах, где климат жесточайший, вот пусть вам не говорят, что дерево без обрезки плодоносить не будет. Наоборот, понимаете? Я не могу, это моя любимая тема. Мне обидно, страшно, что так происходит. Ну, в общем, можно закончить этот разговор. И так постулат. Почва под скошенной травой богаче, чем не скошенная. Еще один вариант постулата. Вот. Давайте заканчивать этот разговор. Я очень, видите, длинно говорил, но я с ним не могу иначе. У меня страшная обида. Заканчивается эра.